Бактерии – самые первые существа на планете. Эволюция прошла, и вы видите, что эти существа очень медленно передвигаются. И уже появились животные со скелетом. А это нерида, гигантский червь, достигавший 3 метров. И был хищником. Морские звезды, санитары подводного дна. А затем уже появились раки-скорпионы. Появились первые рыбы и аманиты. Продолжение следует.